Не деловая, а культурная. Еще одна встреча, только уже в правительстве области, состоялась сегодня в кабинете губернатора. Гостем стал народный артист России, почетный гражданин Кировской области Александр Калягин. Известный актер приехал с гастролями Московского театра. На сцене драмтеатра коллектив покажет 6 спектаклей. Гастроли запланированы с 19 по 25 мая. Билетов в кассах театра уже нет. Во время встречи Никита Белых сообщил, что посетит одну из постановок – спектакль «Лица» по рассказам Чехова. В ответ художественный руководитель Московского театра «Эцетера» похвалил город. На его взгляд, Киров изменился в лучшую сторону. Город изменился очень хорошо. Стало как-то лучше. Так, сильно надеюсь, что к концу лета город будет еще краше, еще чище, еще интереснее. Не вижу, он изменится. Вот. Поэтому мы вас всегда ждем. Чем чаще вы будете приезжать, тем больше у вас будет повод для того, чтобы посмотреть. Изумляться. Да.